Так, объединиться с предложенными Лерон, игроками. Пусть приглашает всех на европейский сервер. А, ну или ко мне. У меня тоже подойдет. А, хотя не Гук, Лерон. Погнали. А то у меня не всегда этот сервак включен, как это, exit lag. Mm-hmm. Ну что за стак? Ну, как обычно, женский победный топ-1 стак. Что за биза, сука? By all glam. Самый лучший. Думаешь, если опять топ-1 заберем, я уверена почему-то. Не, я на Зане с Малика просто посмотрела, поняла. Я думала, там какой-то, типа, либо плохой, либо, типа, хороший смайлик. От этого будет зависеть контекст. Ну, не контекст. Хороший, что, либо типа, плохой. Да. И твой вывод какой? Хороший. Да. И сообщение. Спасибо. Хорош. У меня человек хороший. Катка топ-1. Ну, дай бог. Дай бог, будет так. Там вчера ночью, короче, Лиза смотрела наш влог из Питера, и там чел в чате пишет. Фу, ну и твари. А я не понимаю, что за Лиза? Я вот сегодня сидела на стриме. Айс из кишков. Но она не совсем из кишков, но там... Но она была, по-моему, в их складе, нет? А, нет. Я вообще... Плашки ее ни разу не было? Кто? Не знаю, бля, я либо просто не знаю... Дотерша без вебки. Она без вебки стримит, да. Ты ее, может, просто не... Наверное, я просто не знаю. Так, я рейди, если чё. Ты же в доту не алё. А, кричонок, нашла ну я. Ну как, у меня тут был стримчик по доте. Но я помню. Да. Она без лица стримит, понял. Лер, у тебя как будто протез на ноге. Так и есть. Я вчера смотрела, короче, битву экстрасенсов, там нужно было найти человека, у которого протез. А, нет, ты реально, ты как, тебе интересно это? Ну, они не дофига уже битву экстрасенсов пострели. Я помню, раньше с Лёхой смотрели. Да там вообще. Да, блядь, я вчера готовила. Ну вы как сериал это смотрите просто, да, типа как? Ну да, знаешь, я в свое время, когда ты смотрела Дом 2, у меня мозг просто отключался, я как шоу это воспринимала, и также типа битва экстрасенсов. Да, я, блин, там вчера один в один, как, кушать блядь, готовила, и просто на фоне там такой, там просто там одна тёлка разревелась, она такая, я игроманка, типа я проигрываю очень много денег в казино, типа в меня вселяются бес, я не могу остановиться, типа, короче. И там просто ее женщина какими-то там молитвами, приворотами, заворотами. Очищали. Да, Лёх такой подходит, такой, блядь, вот так вот от лудомании лечат, короче. Раздвахуй. Ну такое, типа. У меня каждый день желание задепать, и каждый раз падлу этот авторизовываться где-то и депать долго приходится. Юль, ну в тебя бесы вселились. Лудоманка. Пиздец как. У меня просто чувство, что занесет. Вот сейчас так, точно, правильно? Закрою. Лер, я к тебе отцеплюсь. Давай, а я к Юльку. Лёха? Ой, блядь. Лёха просто насрал. Не, ну собаки не могли, поэтому я... Фу, какая невкусная конфета. Ой, еще очень вкусные. Почему мама Азима... А, это випер. Мама Мозера вообще, Ваня. Это девочка. Ага. Да. Не того Азима из Турции, которого мы все знаем. Просто рандомного. Вроде бы нет, того. Того. Она писала, что того. А. Она типа уже тогда смотрела нас. Ребята, мы чего летим-то? Юль. Карта большая, ёб. Ага. По-моему, наоборот, нет. Блять, у меня собака говна поела. Охуенно. Ой, блядь. Сука. Бля, фу. Не успел. Поешь говна. Извини, если не вовремя. Ввожу промокод на риф, Гоша твой. Пишет промокод, косточка не может быть применен. Если у тебя там уже какие-то товары со скидкой, то он не будет стакаться. Поэтому, вот наверное, так и... Там красный ценник, наверное, да. Так, а чё, куда мы прилетели? Оп, на трон уже подшарил за риф, Гош. Ну, трон там вообще за эти закупочки делает. Вот тут одни. Ура. Ой, я что-то очень давно не играла в папку. Я тоже два дня, получается. Ну, мы обычно вместе всегда играем. Я вчера играла. Ну, это сейчас. На часик хватило. Ты потом просто вырубилась? Да, вообще сразу. Вы слышали новость, хозяев обокрали?
С меня. Нет, я вот видела, что случилось там. Если это не закрытая инфа. Ну, нет, они там стримят вроде. Гараж у них этот. Гараж? Угу. Там, короче, типа, уже восьмой случай за них. Там были картинги, мотоцикл, все вынесли. И мне кто-то в чат писал, я не знаю, это фейк или нет, типа, что там на Авито уже выставили этот... Охуеть. Ну, я не знаю, это как будто супер стрёмно, если кенты выставили на Авито, их же найти, наверное, можно. Так я не знаю, типа, восьмой случай за неделю и не могут найти. Это как будто, знаете, как будто там охранник в доле. Сам выносит просто и все такой, типа, не, ну, ничего да. Не видел, никого не было. Никто что не проходил, бред. И всё. Мы в зоне. Чё, на метке? Это пиздец. Ну, типа, это странно. На метке моей 4x. Бля, мне рюкзак нужен. У меня вообще чисто все. Рюкзак, я рюкзак. Печально полуто. Я только миник нашла, и зоне найдет. Я тоже миник нашла, но... Ой. Еще дохуя энергетиков, боликов. Ну. Юль, ты там к Дере ты чего готовишься? Что-то хотела тебя спросить. Да, у меня завтра будет просмотр локации и дегустация. Еды? Ой, нихуя себе. Все так серьезно, бля. А ты уже, ну все там, чтобы потом на Дере не обосраться. Ну, несколько локаций предложили. Вот завтра одну поистрить, которая больше всего подходит по запросу. Ну, чтобы и кальяны можно было. А, ну да, кстати, это вечная проблема. Ну и там еще какие-то моменты, да. Там просто и открытая кухня есть, и сразу на месте будут готовить горячее. О. Найс. Кайф. Мне кажется, должно быть хорошо. Всё, ну, если, да, я наняла менеджера. По... А как ты его нашла? Типа. Гена посоветовал. А. И она работает за 10% от общего чека. А, нихуя. Да. Бля. Блять, типа, откройся. Я пытаюсь понять, это нормально или нет, типа. Типа дорого или нет? Ну, да, сколько да, там просто... Юля лям закладывала бюджет? Ну соточка. Ну что? Ну если она прям всем занимается, то как будто да, это норма. Да, она работает на месте локации, все контролировать. А, ну это не как риэлтор, дрочь. Да, типа? Да, типа. Вот вам локация, дальше сами занимайтесь, давайте мне деньги. Она всю дрочь на себя возьмет, наверное. Это да, заебись, тогда да. Ну да, нормально как будто тогда. А у тебя будет... Конкурсы? Да, да. Ну, без конкурсов никуда. А мне понравилось. Нет, а мне понравилось. Этот, дресс-код. Не будет. Ура! А, ты решила не делать? Нет. Слава богу, там будет на месте, скорее всего, гример. Нет, гример и фотозона, да. Но я, короче, еще не анонсила, что какой стилистики, потому что еще ничего не утверждено. Ну, вампиры. Вампиры, ну, блядь, клуб романтики. Нет. А я что? Забираю себе этот, костюм Эдварда. Эдварда. Нет. Я приду в костюме Эдварда, Юль. О, бля, Лер. Или Райана Гослинга. Решай сама. Там в сумерках, сука, два персонажа. Как это, три? Три, а там третий? Джейкоб, Белла и Эдвард. Вот, все. А, я думала, а дед, который есть, на инвалидном кресле. Серега был. А, не знаю, а, о. Ой. В костюме арбуза? В Сереге, да, можно реально просто в этом прийти. И норм будет как будто. Просто все самые сратые костюмы надень, и мы придем. Чтоб Юля охуела. А ты можешь надеть костюм это гайки? Ребят, вечеринка в стиле мемов. Саида арендую. Да, чтобы вообще смешно было. О, такого же никогда не было, кстати. Лишний. О, я заберу. 8x? О. О. Во втором. Ага. Я что-то ну, вообще не играла, не у тебя не такая же каска, фокус как у ловить. Меня. Собачка. А, да, а я не видела, мне просто выпало, и я решила, о, прикольно. Юлёк, я могу заменить на... У меня с рожками есть. А с рожками это у Клиба. Это уже его проблема.
Так, там были. Лера, чё у тебя с жильём там в итоге? Ничего. Ты какого приезжаешь? 17-го. Утром 17-го, 12-го. Ты хочешь жить во второй квартире, Аня? Ну, я ей предложила. Она предложила, хотя я вообще про другое ей писала. Блять, я просто, ну понимаешь, я такую информацию, Лер, не как бы не храню в голове. Бля, это вообще. Ты че за меня так с этого порвала, пиздец. А что, ты тебе одно пишешь, а на другое? Не, у нее, короче, был момент с клипа, где девочка говорит Егору Куриду: заберешь меня в Москву. И я в этот же тайминг пишу Ане: заберешь меня в Москву. И она такая: а ты переезжаешь, ну ты можешь у меня пожить легко вообще. Просто как будто этого момента вообще не было. О, тут 6 икс даже есть. Но Леран специально так затаймила, чтобы... Да. А, ну, тогда да, окей, тогда go на Пресню, подъезжай. Мне просто кажется, что я Стаса уже просто заебала. А ты что? Стаса у Стаса вообще студия. Так и его дома почти никогда нет, это вообще похуй. А, гулящий, да? У него там бизнес, дела, вот это, знаешь... Постоянно. Чат, я что-то какая-то потерянная, сорян. Кстати, не знаю, что-то я вперед капусту. Что-то затильтилось, короче, из-за живота и какое-то общее состояние странное. Я немножко вообще не в настроении, сори, если что. Я тоже готова. Не могу что-то выйти из тильта. Поэтому поддерживайте меня сильнее сегодня, пожалуйста. Алло. Here we go. Алло. Алло. Так, что бы еще обсудить? Из последнего. О, нихуя себе. Что случилось? У нас, короче, в июле будет фестиваль Exit в Нови Саде в Сербии. Там будет выступать Black Eyed Peas. Это кто? Блять, Даша. Каким составом? Старым? А, вот надо узнать. Ну, без Фёрджи, по-моему, только эти двое остались, да, и без Вилла-Эма. Вот надо узнать. Вилла-Эм, Бритни Бич. Brain Direction. Это не они, по-моему, да? Они. А, они? Это Вилла-Эм и Бритни Спирс, по-моему. Я помню, я обалдела по ним в детстве, жестко. Я тоже, пиздец. My hump. Блять, я батя сказала, это кто просто. Ты чё, дура нахуй? Как ты можешь узнать, кто это, блядь? Ну, блядь, это типа как, бля, ребят, кто такой Майкл Джексон? Да. Нет, а подождите, Майкл Джексон, Black Eyed Peas, группа. Я клянусь, я первый раз слышу. Ну, если ты слышишь, да. Ну да, по-любому. Откуда по нам стреляют? Справа. Всё-таки козлы. Сейчас подъедем и дадим пизды. Да? Ай-яй-яй. Гайчонок ничего не понимает, подружки-старушки. Ну, по факту. Ну, вот песню, которую Аня спела, я тоже слышала. Играйся на Fortnite, малыш! Помпы. Спасибо за ресаб. Откуда? А я запиваю. О-о-о-о-о. Подождите, я дозу себе вкалываю. Блять, не вкалываю. Второй там же. Вот тут. Нокнула Юлёк одного. Хорош. Да ешь чего. Блин, они смог кинули. Пройти. Я подъеду ближе. Что-то кинули. Там еще на моей метке за деревом чел был. Я смотрю. Ой, блядь. Да что ж такое? Что ж случилось, охуй. Не вижу. Подорвали, гады. Нокнула одного. Ой-ой-ой! Доела одного, чтобы их не дал. Это, по-моему, за деревом я чела. Меня нокнули. Поднять нужен надо. Смок на меня. Это их или другой сквад поднял? Нет, не знаю. Это из... Блядь, он... Блядь, я думала, он в этом забите. Он на горе, чуть дальше. Хотя, я думала, с кемпом. Вот тут чела нокнула. У тебя какая метка? Да, вот да. Он меня... А, нет, это не он меня нокнул. Там же, короче, на оранжевый или где-то у тебя. Погоди, у меня что-то со звуком. Блять, сейчас погромче сделаю. Я успею добежать вот до этого камушка? Мне
тут без чипов. Успеешь, успеешь. Да, тут ГУЛАГ, походу, был. Все, я полностью того. Я не понимаю, где чел, который тебя убил. Ну, за что? Он был вот где кемп, вот здесь, вот прям где Юля вообще стоит, он был. А, ну это с кемпа пришли, пришел чел. Тачка. Откуда-то она просто мимо проехала. Вижу, все, вот вижу. Он, да. Вижу, вижу. Едут к вам на машине. А есть аптека? Юлёк, перед тобой чел в этом, слева. А, левее, левее, левее. А, меня сбили? Что? А, меня машина. Левее? Вот левее, на горе. Вдалеке? Вот. Не-не-нет, он в масхалате просто. Он прям рядом с тобой, через меня? Стреляет. Нет, через Аню. Просто я понимаю, где ты. Вот он. Чё, Дашу? Да, ничего, балдеем. Мы просто... Нокнула масхалат. Надо его этот... Это вообще да, с другой вот стороны Аню добили. Да, нас добили. Блять, тут твари. Тоже его добью нахуй. Хорош, хорош. У тебя в гараже здесь он. Туда его. А вот он меня нокнул. Ай-яй-яй. Блять, я перекинулась с забора на бок. Анют, ты чё, расстроилась? Чё-то я, короче, в расфокусе не понимаю, из-за чего. Я что-то Блять, не могу. Не пошёл спрей немножко. Ой. Хорошо. Хорош, Юлёк. Наказал лохов. Короче, у меня что-то животик заболел, я что-то затильтилась и не могу растильтиться, и не понимаю, почему. Месячно? Нет. Что-то какие-то проблемки, походу. Не нужны нам проблемки. Mm. Так, сейчас. А ты всех убила, получается? Да. Да. Найс. Да, проблема в том, что вас-то не резать. Mm-hmm. Да, и ГУЛАГа уже нет. А, тут без чипов катка? Да. Mm-hmm. Отстой. Поэтому пойду заруинюсь. У тебя ставка какая-то стояла? Ой, я, кстати, не знаю. Да, что-то стоит. Не знаю на что. О, нихуя, Гуччи Мэйн будет выступать. Джон Ньюман. Я только Гуччи Мэйна знаю. Гуччи Мэйн. Я тоже Гуччи Мэйна знаю. А Гуччи Гэнг? Знаешь? Хорош. Ой, кто мне так, занят? Что-то еще нужно патроны. А, на топ стоит. Ну... Ну тогда все, ждем топ. Пусть сами на меня бегут. Бля, пипец от машин. Ты... Так, мне надо распределиться с патронами сейчас. В зоне так-то. Чел пишет Лера, хотя в живых Юля осталась. Фига, грубо поддержки жестко. Я, у меня ухо заложило опять левое. У меня такое чувство, что я вот просыпаюсь соплями в горле. Вот именно, не в носу, а в горле. Стекают, и как... типа, как будто бы, или как? Как? Икаю? Ну, как будто стекают они ощущения, ну, типа, да, по горлу. Ну да, по задней стенке горла, как будто вот, и прокашляться, мокрым кашлем хочется. Мокрота, короче, у тебя. Мокрота. И как будто вот ушной канал, оно там заложило левый постоянно. Вот эта хуйня, как будто, блядь, ну, сопливая пленка, я не знаю. Может, у тебя отит? Попробуй в уши атипакс покапать, а горло что-нибудь просто от мокроты. Ну, даже пополоскать, как будто будет не ошибка. О, Юль, лайки зона. А. Хорошо. Не, просто зона еще на тебе. Угу. Бля, я реально глуховато на левое ухо. А? И... ну ладно, еще ждем. 17 живых.
аирдроп выкинули. Давай, Юлёк. Давай, Юлёк. Ну, можешь за аэром съездить. Будем жить. Ну, можно за аэром съездить. Ну, пожили. А, ну была, не была. Ой, а как я так? Не доехала чуть-чуть. Проблема с восприятием расстояний. Ой, блядь, это вода? А, нет, она. МК 14. Попробуем. Ох, короче, на все остальное я не буду лутать. Сейчас приду, всё. Хочу писить. Нас точно подслушивают, девочки, все. Я зашла в ТикТок, у меня битва экстрасенсов, хотя я никогда не смотрела битву экстрасенсов. Я в оху. А где-то все вообще с той стороны. У меня просто целая огромная вырезка с шоу. Таролог поразил ведьм. Угу. Все. Ну, сейчас МК как-то не так просто попадать. Я куда, блядь, стреляю? Тебя как будто наперед чуть-чуть. Ой, наоборот. Что за говно? Вижу. Батя. Ух ты. Ой. Это ты то, что с дропа забрала? Да. Ну чё так холодно, ё-моё, блядь. Котяра 2001, спасибо за рейд. Сюда, медиахайп. А, отлично, у меня опять камера наебнулась. Это вот тиммейт был ближе. Ебать меня в ротик! Бать его прям в ухо. Ага, он не один, да? Да. Угу. Юль, ну ты вообще так-то ебешь нормально, походу. Ты уже сколько нафармила киллов? Там 9? Да. 7. Хорош. Охуеть. 9 выживших. Чат, Юля вам ставку сейвит. Сейчас тут надо. Так, слышу глушитель. Тут главное, чтобы снизу никто не зашел. Да, реально соло тащит. Она ебёт. На, по попке тебе, сучка. Ой, там, по-моему, еще один, нет? Да-да-да, он окнулся. Главное, чтобы справа никого не... Смоки ему дали. Ну да-да, я говорю, там чел поднимать, походу. Я пойду в зону пока что. Патронов нету, или чё? Да, пуль нету. Меня? Да. Тебе пишут, чела залутать. Да. Мне падло возвращаться в синьку. Угу. Вообще очень мало пуль. У меня просто
было на пятерках же, эта хуйня снайпа. А я свапнула и семерки уже не подобрала. Ну, сейчас найдем тут кого-нибудь. Его, например. Пиздец. Бля, он просто бежал, он даже на тебя не посмотрел. Да, как будто... Он, да, спешил в зону. Оп, у него ВМ. Ну, похуй. Или попробовать с ВМом. Ну, кто опять напердел? Чья собака? Фу, как воняет. Хуже людей пердят. Так, фу, что? Фу, Чарли. У тебя очень мало хп. Аптека у меня одна осталась, надо еще взять. Так, это 40 секунд до зоны. Чарли пердит, не Триксик? Да, Чарли вообще газует очень вонюче. А пусть газует маленький. Прям хуже, чем человек. У него детский, да, корм, наверное, а у Трикси другой. Да. Пердёшь просто ядерное от него. Вот они по-разному и газуют. Так, семеро в живых. Многовато. Я сейчас мне пизды дадут сесть справа где-нибудь. Где-нибудь лежит какой-нибудь этот скуф. Давай, Юлёк, топ-1. Такая, о, у него ВМ, да и похуй на него. Тут никого. Блядь. Где они? Бать, зона уже малютка. Да, типа 7 челов. А где все эти люди? Оп. Есть кустик. Лёг. Лёг. Угу. Ебать. Попробую в камень встать. Что значит slay gang? Ой. Вот тут, да, был тот, кого я попала? Наверное. Что? Попробую кого-то задетектить. Ну, им, по сути, сейчас к тебе надо ближе сдвигаться. Оп. Да, он за камнем вот затем был. Как я не попала? Ебать. Ебать, съемпа! Охуеть, Юлёха. Так, тут двое. А, вообще... 4 была еще. Я думала, там чисто сквад остался. Какой-то 2 сквада осталось, а их 3. 3 разных чела. Так, 2 тут. И да. Да. Ну ладно, я сама не попала в голову. А я не умею что-то в голову наводиться. Это с юмпа он так ебет? Да. Пиздец. Это обычно. У него еще величка, да? Он пиздец на меня выжил. Я что-то заметила, что симпа прям жестко иногда. Это как будто имба какая-то. Не, Юль, ты вообще... Гений, гений. Почему? Видно, не зря играла с Десаутом, тренировалась хорошо. Да не, от этого я должна была убить. Я просто... Но у него 10 хп осталось. Там нужно было сразу свичить на этот, наверное. Да-да-да, ты сейчас хуй боялась откроется. На берегу, да. Да. Нас просто, блядь, с Дашей на тачке спит. Да. Так, я рейди. А я думала, чел меня с кемпа нокнул, а потом, когда он меня добил, я видела, что он за горой в этом маскалате. Это что это такое нам дали тут? Ого, блин. Себе. Ну, ботинки, кстати, имба. Как будто бы.
Но это вместе оно, не отдельно. Не интересует тогда меня такое. Ком дансен. Их вильних. Их вильних. Смотрите, какая мне выпала дама. Эту даму нечем крыть. Оп. Смотрите, какая. Где? Показывай. Ух ты, ё-моё. Вот такая мадам. Не знаю, это вот у меня попадало очень много разных типа лиц, но вот это самое прям как будто бы красивое. Ну такая сосочка. Но все равно я привыкла играть на вот этой. Сальма Хайек. Кстати, не особо похоже. Ой, что-то можно забрать купон. Лер, ты так и не починила фейсит? А, нет, я этот... Мне написали, уже ответили в поддержке. Надо дождаться, пока не ответить. По всему поменяли вам этот. Какой интересный открыть, первый или второй? Короче, я написала им запрос, что мне нужно поменять e-mail, и они мне ответили, что какой бы вы хотели поставить, и я им ответила, и вот жду еще ответа. Вот так. А-а-а. Это уже... Первый? Ну, это, вероятнее если всего... Если ты играть хочешь очень. Ой, о чем речь? Я что-то проебалась. Да, она потеряла доступ к фейсит-аккаунту. Да, это, вероятнее всего, помощь еще на фане помогла, потому что вряд ли бы они мне так быстро ответили. Руся говорила, что ему там не делили, сколько-то отвечают, а я... Да, я через связи попросила, как бы, спасибо, чат. Через связи попросила ускорить процесс, если это вообще возможно. И, походу, возможно. Они сами включили мне двухфакторку, я ее не попросила. Да, у меня тоже такая хуйня. Ну, хорошо, что у меня почта была доступна. А у меня, типа, почта, которая создавала в 2008 году. И чтобы ее... Мать, двухфакторку поставила на фейсит еще. Это не ты? Нет. Серьезно? Ой, Кирилл. Это ты же? А, нет. А. Ты еще не там не договорила, не помню. Че? Прикольно окрашивание, то зеленое с леопардовыми пятнышками. Так это ты! Что ты мне рассказываешь, стрим-снайпер вонючий? Я твой скин знаю. О, два самолета, я не знаю, куда. Круто, вчера у Вади отыграла. Ну, можно упасть, я даже не знаю, куда. Бесконечный ластап, это я. Давайте, может, сюда? Или хуйня идея? Мало будет для нас? Ладно, это я сдался, Киса. Да. Это не я, это не я. Ладно, это я. А то мы не поняли. Kiss me. Мать, это два самолета, блин. А, это здоровая карта, сучка. Пробить 10 колес, и мне за это дадут шокер. Он мне вообще нахуй всрался, вот честно. Шокер? Да. Ну, здесь же задания всякие есть. Угу. Я вот обычно я случайно это... выполняю, и какая-то да, плюшка да. Мне. И мне так 4х выпал как раз после... Не, ну ладно, мне надо преодолеть Лада. Пешком 5000 метров, и дадут селф-реарм вот этот. Вот это норм. О, это круто, это хорошее задание, да. Но пробить 10 колес, чтобы получить шокер, это вообще какая-то фигня. И восстановить 100 единиц здоровья, чтобы получить боевой набор, чтобы еще восстановить здоровье. Это как будто лучше. Ой. Напишет он так же. Ой. Ой. Любить тебя буду, трогать тебя буду. Алла, алла. Ванёк внезапно врался. Что там, да, какие-то цитаты. Такая страса. Я шокер нашла на халяву. Лера, заберешь? Да, очень надо. Я так хочется запретки говорить, я прям не могу, это какой-то неконтролируемый процесс. Почему? Да, не знаю, просто мне вот на стриме, когда я сижу, я всегда прям супер сосредотачиваюсь, чтобы не сказать какую-то запретку. Ты сдерживаешься, чтобы нет? Прям да-да-да. А в жизни, ну, типа, без стримов вообще без разницы, ноль желания. Ну ладно, я разрешаю, ебаш. Да не-не-не, ты, может, разрешаешь... Тут любой в чате разрешит вообще. Чат только забудет. Да что, Нделя, ты куда упала? Там ничего нет вообще. Тут можешь аптечку забрать. Тут из оружия было М24, и вот МК этот. Что там называется?
где у меня? О, у меня МК-12 надо. Стоп. Вот тут. Х4 же только что вроде было, нет? Либо здесь. А, вот здесь. Я дала. У меня глюки? Или что? Все. Возможно, нет, просто этот. Чуть дальше прошла, к примеру. Ты не взяла его? А где он был? Подождите. А, вот он, блядь. Hello, мир. Манера крутится. Все, я это прям какая-то помойка прям. Да, я привела нас в помойку, sorry. Нормально. SCG-9 или AUK, что лучше? Как будто AUK. Мне кажется, AUK. AUK. У Мэла сейчас будет деп 163 миллиона рублей. Чоу. Oh, no way. Анют, прости, мне пора идти. А что ты решила пораньше? Ты съезжаешь на тайминг пораньше, будешь ходить ко мне на техасскую резню и всякую такую хуйню? Да, это из-за этого я так решила. О, все ради тебя. Как говорится, ради нее. Да у меня режим. Я сегодня проснулась в 9 утра, и я уже типа просто... Хотя, вот честно, я и сейчас сижу вареная, без настроения. Хотя я подумала, что типа если я подрублю 8 в 9, как обычно, то будет вообще плохо, то да? Я буду типа сонная. Нет, я нормально стрим начинала. У меня что-то заболел живот, и словила колпак. Мы и просто... сразу. Нет, я реально слайпили. Просто не могу расколпачиться. Я уже, блядь, не знаю, себя уговариваю, сижу. Мне надо как-то это... Так, у тебя шлем прикольный. Ага. О, хавальчик. Блядь, ой, чё, опять она кого-то рот. Ты чё, она как-то где? Я бегу. Кресло только видно. Я чё, патроны не взяла? Не взяла. Хозяев отпиздили, а у тебя плюс хата? Чё? Реально? Чё там происходит? Чё хозяев отпиздили? Ну они там поехали что-то на разборке в эту... в гараж. Не знаю, я не сидела. Лёху ударили? Кто посмел? Да, у меня с патронами вообще беда. Наебщики? Ну, блядь, что это такое было сейчас? Ой. Да я, бля. Когда мы Саша с Альдо не делали. Нормально. Бывает. Ой, сегодня понедельник. Да, походу. Да. Начало рабочей недели. Как? Так. Оп. Чё просто сказал? А ты в итоге. А ты в итоге где нашла? Кто тебе сделал, проверил это очень страшное кино? Твич контора. У него в итоге оказалось. Ага, будем знать. У меня все части заблюренные, проверенные, но были. Ну, я поняла, да. Ну, там у него нормы, там с мемами еще. Ну, там мемы хорошие, типа, я понюхал бебру, я понюхал бебру. Ну, не, в моменте это за минус валило, я вообще не понимаю. Там, типа, в смысле? Типа там, где... Но допустим... он прям монтажит, как будто как ролик для Ютуба с мемы вставляет вместо обнаженки, вместо музыки какой-то. Ну да, типа фотка Алекса всплывающая. Не знаю. Да, да. На сиськах, допустим. Ну, там на пару секунд. Почему мне пишут, что там Лёху избили? Что происходит? Всё. Спасай Алексея. Так, мне дали глушитель. А куда он делся? А, он сам наделся, хуй. Ой, еще кто-то. Там машина сзади проехала. Мне послышалось, или тачка где-то прям вот. Как будто мимо. Не знаю, я смотрела, что там с Лёхой. Вот, а тачка. Что, живой? Нормально все? Давайте живой стоит. Бай, готовы? Мы на хвосте. А мы не можем пикать. Либо гаечка пикает, либо я. Ну давай, ты и гаечка. Так я гаечка не... меня нокнет, если я буду стрелять. Ну тогда ты и Аня. А куда? Вот, так, я не вижу никого. Сейчас я на хвосте у него. А на траву уехал? Хвосте. Да. Ой, они там с кем-то стреляют. Вон они, спереди же. Вот это их тачка. Ох, ебать. Блять. Он живой! Оп, твою мать, блядь, я испугалась нахуй. У меня нет патронов, кстати. А его зажало в маш... А, он под капотом был? Да! Да, его зажало в машине. Тут челы на рессе готовы? Подожди, нет, мне нужно... Мне нужно найти прицел, кстати. У меня вообще тоже прицела нету.
Всё, пока да, аккуратно. Ой, что есть. А у него всё не есть. Было, что ли, в трупе? Я нашла, я украла. Я вор. О, третий броник целый. Я ничего не понимаю, что произошло сейчас. Да что, она что-то хихикает? Слышно сообщение в чате. Тут трупа много. Дыгдаком. Смешное слово. Жесть. О, прицельчик 6х. А чё он один был, я не поняла. А что-то... тут резали чела. Да, его остальная тема резала. А он к ним, видимо, подъезжал. Тут еще где-то челы остались, вопрос где. А чё у меня чат улыбается? Чё случилось? Ну, веселые ребята. Чё? Видишь? Заставляет улыбнуться. Блять, у меня 30 патронов, пятерок, ёпта мать. Блядь. О, Юлёк. Подо мной где-то. Тихо. Не поднимай, не поднимай, не поднимай. Да там девчонки. Ой-ой-ой. Ой, а мы горим, нет? Нет, нет, ебать, просто в миллиметре. Я по стратегии Ванька. Тихо. Юль, сработало. Извини, я хилюсь. Ага, все. Я тоже. Бля, мне пизда? Мне послышали, что кто-то был. Пизда, пизда, мне пизда. Бля, опять всем пом этим. Да, пиздец. Это какая-то новая нью-метка. Он на крыше сверху. Я убила его. Хорош. А где гайчонок? Вижу. Я тут, а тут. Бля, мне тяжело стрелять. Здорово, ребята, блин. Здорово. Привет. Приветик. Чё делаете? Пограем. Ты чё, болеешь, Слав, или ты только проснулся? Не, болею. Даже тебе каску сбили, тебе надо каску. Да, сейчас. Вы слышали, тут кто-то топал? Или ты его сразу убила, Лер? Он сразу умер. А, хорошо. Но как будто бы кто-то топал. Куда я столько забрала-то, ёпта мать. А, у него синие чипы, он не резнул? Отменил. У него два синих чипа. Нет, был этот, как будто под нами топнул. Слышишь, аккуратно, Юлёк? Ебать, голос больной, ну да. Слава, он болеет. Я не знаю, показалось? Угу. Бля, мне кажется, что тут еще тут есть. Нет, не у кого-то. Ну, хоть... а, ой, откуда? Это по мне? Да, 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 по да. мне. Напротив где-то. Сказки, ебать. Вот тут. Попала в плечо. Прыгнул, прыгнул на ту сторону. За ним нахуй. Ой, я сейчас чуть не упала. Нет, там же парашют. Блин, я его не вижу, прикинь. Он ушел, ушел, упал по ту сторону и в кусты убежал, крыса. Так я вот с крыши вообще его не вижу. Блять, фэ-фэ! Вижу, вижу, вот. Блять, фу, нахуй. 300. Фэ-фэ! Последняя тычка за автобусом. Дала ему молик туда, сейчас хаедем. А вон еще он. Еще затычка туда ушел. Куда он убегает-то, блядь? Крысёныш. Вижу его. Вот здесь. Я не вижу. А, вот вижу. Шапочка-то слетела у нас. Козырёчек-то маленький. Руслик, зачем ты Руслика убила? Руслик, пи-пи-пи. У них еще должны быть, да-да-да. Where's your teammate? Я понял. Бля! Потом пообщаешься, тиммейт. Понял, понял. Там это громко было. Where's your teammate? Здесь есть этот. Заберите... X есть у кого-нибудь? Да, 6X там есть. Где? О, вот. Мне вообще тоже 6X нужен лишний. А то мне касс. Это вам. А чё шипит? Она что-то кинула, мама. А. Фейерверки. Фейерверк. Это вам. А что, у меня на 5? Что это такое? О, мне ракетницу ракетница дали за это. С экстренным щитом. А она мне зачем нужна? Это такие упадут треугольники. Локи, защитные. За которые ты можешь прятаться. Мне надо это сделать сейчас или ноу? Нет, это когда файт будет. Это потом, когда последняя зона, наверное. Ну. Ты можешь просто в них кинуть и все. И кого-то аирдроп. Ать. Опа. Недалеко. Реально ать. Ой, по мне, справа. По мне работают. Ай, с горы, блядь, с горы, с горы, с горы, дала метку. Не вижу. Ань, в опу не стоишь. Я горы не вижу. Ты не в себе.
Похуй. Пизда. Юлёк, ты сове? Да, но тут на крышу прям подниматься надо. Он чел. А я второй раз. Да, в этом-то проблема, что ты второй раз. Ты упала? Нет, показалось. Нет, не упасть на бортике. Ну как попасть? А как попасть по тебе? Нокнула. Второй на синей метке был. И где это? Юлёк, я просто на плюсок тебе пробежала, не переживай. Я видела, да. Ой, блядь, с моста! Блядь, у меня нет сил. Это другие. А, Ань, все на тебе, наши чипы поднимешь, выбьешь всех. С блядем. Подожди, мне убить. Тебе выебать два сквада? Блядь, вы угораете? Я надо было смог давать, я что-то подумала, что никто не может. Я вообще не в кондициях, чтобы сейчас съебать. Он поднял его? Да. Сейчас меня выебут, походу. Да, что тебе в глаза лезет, я не понимаю. У меня тут еще чел. Боже, блядь. Где ты, дружок? Я тут. Нет, у меня вот тут вот чел. У меня какая-то заслонка через тебя, если смотреть. Блядь, пошли не нахуй. Заебали. Вот так вот. Бля. Да какая Анечка? Нет, я вообще не... Ты заберешь наши чипсики? Да, заберу, только тут чел на крыше до сих пор. Где он? А, не вижу. На мосту было. Он вообще выше, на синей вот этой хуйне, по-моему, его не видно. Не, на правой. Так. Тышком-нышком. Ой, блядь! Сука, а по мне с другой стороны кто-то хуярит. Бля, они повсюду тут. Да, это... зона такая. Да. Куда угодно могут быть. Да, там сзади, спереди, со всех сторон. Я нокнула, он его поднял, суку. Кружили. Да. Срочки не получилось. Ну почти. А что там было у нас? Топ-13. До этого топ-4, топ-4. Ну да. Плюс 4К на базу. Ну ничего, нормально. Зато перестали писать то, что мы против ботов. Ну да, тут реально тяжеловато уже. Ну, потому что мы наиграли намного больше часов, и все сейчас уже. У меня, кстати, все равно 8 с какой-то уровень всего, хотя я, блин, много играла, как будто. Не знаю, почему. У тебя уже... меня какой уже? У тебя, по-моему, 200 какой-то. Ко? Даже не знаю, где это глянуть, пиздец. А на себя, наверное, вестись, профиль. Сезон 28. 204 уровень, ага. У меня 84 вообще. А у меня какой? Ой, блядь. Чуть комп не выключила. Свои лапти. Давайте на топ-1. 198. Тяжело. Даша, а у тебя какой? А я не знаю, где посмотреть. Я вот в карьеру зашла, и у меня тут просто на моем этом... вот на этой панельке написано снизу. Не, 72-й. Левел. Чё? Чё? Ничего? А, не, показалось. Да, вот это странно. Они ищут воров, детективы. Да я не знаю, мне кажется, я говорю, там охранник по-любому в доле. Сделки-то. Ну, типа, восьмой случай за неделю и не могут найти. Странно. Типа, у них 8 раз уже что-то пиздили или просто там, где эти гаражи что-то пиздят? Ну, 8-й гараж за неделю обворовали. И охранник такой, я ничего не знаю. Но его должны призвать к ответственности, нет? А чехули он, что он там делает? Да, я не знаю, он там, наверное, за чекушку сидит. Телек смотрит.
Ну, типа, да, но... Они нашли объявление на Авито и приехали сейчас туда. Реально, кто-то вот тот, кто выставил их технику на Авито, они позвонили им? Бля, да, кенты, я думаю, кенты это просто... Фейк. Кенты, наверное, просто... А прикинь, если кенты не знали, чьё это и кто это, просто реально выносили гроши, выставили объявление. Если там ссылку кидали в чат на это объявление, то этому челу уже звонков 1000 поступило за час, и даже если это было настоящее, то никуда не выйдет. Ну да, ему уже сказали, типа... Да, палевно. Сейчас посмотрим. Короче, они там воров ищут, ну пусть ищут. А, вы ко мне все прицеплять, я думаю, к кому не прицепись, вот давай жопой. К тебе, реально. Блять. Обожаю этот канал с пабком. Yes. Обожаю, что этот канал с пабком. Пабк 24/7 только на этом канале. Бля, это хуйня. Подменяет Серегу. Shadow Kek QQ. Ну, я не знаю. Сюда, короче, пиздится летим. Все, девочки. Хостовая. Скипаем Мирамар в надежде на другую нормальную какую-то карту. Поехали. А мы мясо нападаем. Ну, мне нравится Мирамар. Ну, не тем, что она горная, просто, наверное, потому что она одна из самых первых, и я на ней очень давно играла там. Одна из первых вообще карт игр, в которые я играла там в 19 году. За вашей игрой реально интересно смотреть, но потому что ты не знаешь, чего ожидать конкретно здесь, да? Каждая катка — это что-то нестандартное. Нас ограбили, ищем воров, название стрима. Let's go, блядь. Ох, ебать, реально тут девочки. Да хуя. Ладно. Да, отсюда нужно это очень популярный спот. Да, а я просто так прыгнула. Крутой лут? Да, нет, тут просто золотая тачка в гараже, считается, кто выжил на Мирамаре на этой хуйне, тут, блядь, король нахуй. Я не выжила на Мирамаре уже. А мы не хотим просто спиздить тачку и уехать? Я меня уже А, меня чел ебашит! Юля, ты где? Блядь, он на каблуках, Лер! А я без звука, поняла? Тихо. Блядь. Я машину завожу, слышите? Давай, Даш, заводи. Подожди, да я сяду, Даша! Тихо. Давай. Уехали, поехали. Просто... У нас вот такие тиммейты просто уехали. Аня! Ой, Юля! Блядь! Я перенаряжалась. Приехали, нахуй. Я не услышала, как он побежал, блядь. Ой, а я ливнула, блядь. А я тоже вышла в лобби. Я думала, всех убили. А, вы тоже? Да. Да. Она нормально. Я у меня тачку водилу высадили. А хули он-то кабриолет, блядь, там, конечно, что попасть по башке. Кабриолет хули, ёпта. Это быстро вышло. Я смотрю, у меня резко пропадает, блядь, водитель. Да. Так тебе надо было пересесть резко. Так я вышла его пиздить, но не успела. Повезло, Юлёк, что чел тебя с рук начал бить. Да, я без звука была. Пиздец. Я вижу, ХП пропадает. И думала, он сдалека стреляет. И стала под стенку, чтобы подлутаться. А потом оборачиваюсь, это кулаки, нахуй, оказывается, а не чел стрелял. Хотя у него был обрез и что-то еще, но он почему-то решил не стрелять. Ну, не успел релоуднуться, наверное. Наверное. Нихера себе тут кукурузник. Ну. Жалко на нём не улететь. Жалко. Да. Блин, такой день долгий, когда рано просыпаешься. Бля, я сегодня спала 13 часов, чтоб ты понимала. Я 12 часов спала и уже сижу, зеваю. Я вообще... Я часов 6, где-то 7, да. 15 встала. Это ещё нормально, да. Топ визги твича 21 века, склад лисичек, блять, Катрис, у тебя какие-то странные сообщения. Так, а ладно. Чё, то самолет горит, то нет. Что это такое? У меня он всегда горит. Юлёк, можешь сюда? Йоу. А что, Юлёк? Ничего, забили.
Громко взорвался, вот секунду, верьте. Мы все за тебя зацепились, Юль. Да-да-да. А. Мы сейчас взорвемся, если не выпрыгнем, если что. Пиздец. А, мы прям взорвались через секунду бы? Да. Ну, вообще, ну, по-моему, да. Он прям сразу почти взорвался. Охуеть, была бы веселая катка. Просто сразу в лобби вышли. Так, я не долетаю, я вот сюда. Я просто вниз, да, тоже. Да шо ж там кто-то пугается? А? А, это Ваня. Ваня видела. Подкрался, походу, незаметно. Спасибо за рейд, спасибо. Чё спасибо вы? За рейд. Вектор не очень интересует. Тачка вот на оранжевой. Так, тут что у нас? Так, ну с нами никого, да, не было? А я вроде сюда решила все-таки долететь, да? Я, да. Я просто не долетала туда. Я вообще. Тоже никак. О. Я думала, мы в одну секунду все выпрыгнули. Да, но как будто бы и нет. Это было очень странно. Не знаю, что это за оружие, но я пока что взяла. Hello, мир. Девчонки, мы вообще не в зоне. Было бы охуенно найти шар. С дочками играешь? Вот эти... Странные вот эти челы, у которых никаких значков нет, на которые вот как будто только создали аккаунт, либо, ну, не шарят так сильно за Twitch, просто ходят вот что-то пописать. Они всегда очень странные сообщения. Блять, у чела ник айфонер. Ну, он айфонер, тише. Так, я тут, блядь, как я это пропустила? Андроид занято было или чё, блядь? Что это за хуйня? Я себе помечтала. Риф мой панч. Да, ну хоть Даша посмеялась, спасибо, Даша. Мама, у меня опять болит животик. Не, Мера, я раздевала. Смокин. Пать, эмка, щиты. Лилёк, темки. Делаешь. Граната зона. О, прикольная. Ой, прикольная. Ой, она на лазонах вообще типа прям имба. Когда зона очень больно бьёт, да? Да, да. Почему животик болит? Мне такое вообще не нравится. Может, надо просто покакать, я не знаю. Ну, что-то не хочется мне, честно говоря. Не хочется, перехочется. Ой, или наоборот, говорят. Захочется. Ой, Блять. Ебать, брейнлаг словили. У меня залагала реально пластинка. Я тоже что-то не пон. Девчонки, машина есть? Yes. Так, это сюда. Я метку оставляла это там. Это сюда. Это пусть пока будет. А я все еще ищу шар спасательный. Ну, давай. Да, что нам надо еще в какую-то помоечку ехать лутать. Я думаю, вот сюда, наверное. Я помоечка. О. Давай, я бегу. Ребят. Какое у вас вот самое смешное сообщение в чате? Можете написать? Я хочу посмотреть, насколько вот вы креативные. Нет, у чата. А. Да, у вас, пожалуйста, девочки, можете что-то смешное написать? Прямо сейчас. Не, ну типа, нет, так спросила, как будто какое у нас было самое смешное сообщение. Да, я тоже так подумала. Типа ты... Приехали, Даша. Да, ты типа как-то... Некорректно поставила вопрос, видимо. Ага, блять, все, я еще и в камень. Ну так, тут 6х тут... прицел надо? О, я заберу, да, если тебе не надо. Да, мне тоже прицел мне, найти. Мне 8х. Бля, я его тут выкинул. Блять, база армии локация называется, но нихуя по луту даже на одного нет. Здесь 24х есть. Вот тут. Я потеряла 6х. Как? Я не знаю, ну я выложила, а он... А, нет, тут... Хуйня. Мини... Просто хуйня. Ты камень. Ну это не самое смешное. Ну, если реально это. Я вазу разбила. Базаро. Спасибо. Здорово. А, не, он у меня присел 6х, знали. А, ты его просто забрала? Да. Я думаю, блин. Я больше не смотрела, я не видела.
Какая-то хуйня. Мистика. Асочка тут. Как будто вот так будет. Ты вообще не себе, Слав. У меня, блядь, аж живот прихватил, сука, опять. Вот так вот. Где ты носишься, Слава, туда-сюда? Делать нечего, блин. Папу поиграть надо, Слава, обучение пройти пора уже. Да нет, не идет у меня. Ты никогда папу не играл? Не, играл пару раз. Тебя выбили, ты решил это? Обучение. Мне не нравится, я не знаю, просто, ну, типа... Ты вообще Battle Royale? Ну, не Fortnite. Fortnite очень нравится. Ну, не Fort. Ну, не Fort, ну, убейте. Прям до сих пор ебануто. Ой, Apex Mba. Ну, Call of Duty мне понравилось. А, ну да. А вы играли кто-нибудь в новый этот бодикам или как он называется? Лэпкам. Не, не играла. Я посмотрела запись злого сегодняшнюю. А мне Модер сказал, что там можно типа зайти куда-то к ним в ДС, закинуть им около там 10 баксов, и они дадут ключ. Это правда? Ну да. Потом игра выйдет и будет стоить 5 баксов. Я подумала, да, я подумала, ну нахуй. Да не, а чё? За предоступ переплатить можно. Ну, да. Но я не так сильно хочу, наверное, в нее играть. Просто. Да ладно, чё, 5 баксов, это сколько? 10 рублей? Да, чё, ну, сверху, типа, когда это деньги-то были? А я влюбился в эти деньги. Животик болит опять. Игры сейчас вообще... Сходи покакай, надо покакать, просто выдави эту тварь. Вот, видишь, Аня, я же хотела. Какай, какай, дави эту суку, Аня. Мне не получается, не хочет совёнок. Ой, Юль, прости. Совёнок. Совёнок. Почему совёнок? Что ты называешь совёнок? Нахуй совёнок. Ну знаешь, вот так вот, когда делают? Совёнок. И пока... А, когда вылазит, то он... Ребята, и секретный ключ нашла. О, хорош. Юль, не хочешь пересесть, или ты будешь Гуччи флип-флап делать? Ну, я буду опять испытывать судьбу. Давай. Еще миномет. Подожди, когда ты какаешь, это совенок вылазит? Ну, нет, когда сильно хочешь, ой, он иногда выглядывает. Так, да что тебе надо? У тебя сейчас он как... Надо ехать, не, вообще, да. В кукушке, да, да, да. Кукуленок, ой. Бля, Анти, ты такой кринжарик. Алло. Бля, я... У меня совенок, блядь, выглядывает. Я себя чувствую, как будто я первый год нахуй живу. Вот, пацаны, общаюсь, я столько нового узнаю. Как полностью звук выключить, я забыла, правда. В Дискорде? Ctrl-N. Не, Ctrl-N не работает. М. А, да, всё. У меня аж чел сам себе тайм-аут въебал в чате, не выдержал этой хуйни. Он такой, ну нахуй. Вера, подожди. Я жду, что я не... Юля, я ещё просто за тобой еду, я не знаю, куда мы. А я тоже каждый раз проверяю, блядь, где чё. Ща, нам даже надо найти, где секретная карта находится, секретный ключ. Угу. Так, это ты запилась, да? Боликами. Сейчас тогда подожди. Секретная комната Таегу. Ать. У нее мужа обокрали, а она тут чё? Вот сюда сейчас заеду. Ну, надо уже готовить еду, подачки в тюрьму. Там сейчас его Лёха там сядет. Я приготовила индейку с гречкой. Нормально? Ну все, заворачивай и погнала. Угу. Блин, я попила кофе, как будто так, ещё сильнее кишечник. Я не совсем поняла. Ой. Обокрали Лёху. Пердёж бесконечный, сука, Ваня. И сидеть будет тоже Лёха. Да. Да. Понял. Лёха обокрал сам себя? Обычно так в стране и происходит. Ой, да, сюда дальше мы пойдем. Что? А. После пойдем, этого пойдем, я сейчас посяду. Угу. Напиши, Люк. Вот сюда я подойди. Вот туда. Куда? Вот, к двери, вот сюда прям подойди, нажми F. Ваня! Ух, ебать. О, это секрет. Чел. Да, да, это секрет. Ох, блядь, Юля. О, тут гроза есть. Я возьму грозу, похуй. Машина, Юль, мы что, едем? Может, ли катки заново найти? Давай, уезжай. Да, я уеду. Что? А я не уеду уже точно. Анчоусик. Меня на машине просто сбили. Пошлите. Бля, я нокнула чела. О, его добили.
Поехали. Ваня. Пизда, Аня, да. Не знаю, как тебя спасти теперь. Надо? А где машина? У меня погоня теперь. Да, Энтер, за тобой на двух тачках. Сейчас мы подъедем, братва, подъедешь. Братва. Мы очень далеко. Да, Лера, давай быстрее. Ну я за камушком тут, Юль, не знаю, поможет ли это как-то тебе меня поднять. Я тоже. Мне надо похиляться. А, ну... Всё, ну, Аня, я... у нас того. Ну, тут сюда... тоже чипов нет. А, о. Это как карта, говно. Ми. Я все, да я вышла, нокнула чела с тачки, которую ездил. А меня другие... Походу. Ой, а вы едете, девчонки? Тут вообще пиздец. Да. Тут чуть-чуть. А, нет, вы очень далеко. Да. Охуеть, еду, да я тоже что-то... В моменте. А я пью болики, а мне похуй. Они не, ничего не это. Они не сразу, они со временем восстанавливают. Так у меня даже... Юля мстит кентам, которые меня... Мы прям очень пытаемся быстро приехать, но... Тут еще мост был. Нам нужно сразу в другую зону. На, по блядь. Камню, на тебе камень ебаный. Там трое было, где их тачка-то? Она вот эта тачка их? Ну да, они меня сбили на ней. Я других кентов на другой тачке высаживала. А, у меня нет оружия. Да, я похилюсь, у меня нету бинтов. У меня есть. Блядь, тачка еще коцана. Ой, девочки, я провтыкала, все. Ой, девочки. Да, мы едем, но мы дымимся. Это все вейпы. Это все ваш вазол ебаный. Че? Ну, вы дымите. Я не поняла, меня на кого-то кента сначала тэпнула. А почему ты в машине сидишь? Это я пометила просто тачку, у меня значок. Они тебя добивать и бегут? Не, что он сказал? Почему все смеются? Я что-то не услышала. Что он сказал? Я сказал, за себя вазол ебаный. Слав, что-то тебя откинул на годика два назад. В смысле, а что? Я не помню, кто-то раньше рекламировал эту хуйню. Да все, и я в том числе. Я, да. Реально? Я помню даже Парадевич, который не курит, рекламировал мозг. Я к нему пришла тогда, ограбила его, он такой, у меня есть, хочешь, забирай. И я там понабирала. Я тоже. Бля, я месяц не курю, уже это лучше, что со мной случалось. Ой. Ну там чуть меньше. У тебя такой здоровый, радостный сейчас голос прям. Это лучше. Не, слышно, что курить бросил, прям слышно. Не, ну электрон... Ай, блядь, у меня почему-то тут электронки, я не знаю, как-то в моменте просто мерзко стало курить. Они какие-то ебануты химические, типа. Это мерзость? Я вообще их никогда не могла курить, мне они очень горло бьют. У меня голова болит и тошнит, я несколько раз блевала. Поэтому вы у меня все время просите HQD-шку на тусовках. На оранжевом метке были человек, Ураплер. Но... Я вот как будто... Так, ни разу не просила. В 21-м докурился и все. Саша, контролирую вокруг. Не, кальянчик другое дело, это другой вайп, это такой тип. Бля, да, вот. Кальян это кальянчик нормально. Это вообще не вредно, это все нормально. Не, вредно, ну в смысле нет, для меня менее вредно, чем любая электронка вообще. То есть для меня электронка это хуже всего. Ну конечно, да, там же все фулл химия. Так, ну, давайте решим, нет, куда мы подъедем. Они у нас машина, мы не можем на нашей машине ехать. Смотрите, вот есть новая машина. Я умерла. У меня... В смысле, не вредно, там тоже табак. Ну, табака нет в электронке. Нет, в смысле, естественно, табак это очень вредно. В электронке солевой никотин просто, так что... Естественно, табак это нам очень... Нам нужно под этот. Так, это очень вредно, но он уже годами проверено, что он портит. Типа, ты знаешь, от чего ты умрешь хотя бы. Эта машина тоже дымится. Да? Да, черный дым из нее. Надо подстрелить им эту тачку и хоть как-нибудь чуть-чуть проехать. Бля, он уже, наверное... Блядь, вот откуда он стреляет, вы видите? С крыши? Нет. Как будто с крыши, мне тоже показалось. Ой, там с кем-то пиздец. Здесь, это со мной. Подожди. Я не вижу, блядь. У меня дотек мой чел, они его не подняли. Забили. На метке? Колесо. На что, ты прям под прицел не вышла? Я заебал, я за зоной откинулась. У меня рюкзак есть. Вот я не, я вот просто... Даша, за камнем сиди. Блядь, Лер, ты сейчас дотечешь.
Похилься первая. А, Дашу нокнули. А. Да, что и зона испугалась. Хотела побежать по зоне. Ой, нахуй. Пизда, у нас пушат справа. А я в кусиках тут. Блядь. Пизда. А чё мне нокнулись? А ВДМ у кого? Я стою. Ай-яй-яй-яй-яй. А что у меня оружие не берется, блядь? Блядь! Почему я встала просто без оружия? У него нет хп вообще, посмотри. Он не успеет похилиться, он нокнется от зоны. А нет, он успел дать себе аптечку, блядь. Ой, сейчас за предку скажу нахуй со своим Томпсоном. А что он с Томпсоном, блядь, бегает? Ай, как... Стрим-снайпер? Да не, навряд ли, просто чел. А чего они нокнули Юлю и стоят? Не пушат, ничего, типа, она просто лежит за камнем, челы стоят. Владислав. В кемпе охраняют. Такой вот у нас вариантик. Бандит. Украл ее сердце, и я бандит. Бля, бандок. Говорит, а нельзя, ну нельзя. Че там, тебе пристают? Она хочет за предку стрельнуть, я ей разрешила. А-а-а. Оба. Да можно, мы никому не расскажем. Да, mm-hmm. Вы такие, все сразу пойдете. Mm-hmm. Первым делом клип, блин. Жаловаться на Лерку. Чарли. Ой, Соня, Соня. Че, еще одну сходим или вы все уже? А. Понял. Да, конечно. А еще вопрос не успела задать, мы уже лень нажали. Мы как будто только час играем. Ну да, очень мало как будто. Мы не такие токсики. Да. Ну чё? Мы тут сонные собаки. После груминга, скажи, у нас стресс небольшой. Я за ними пришла, они ко мне так прижались оба. Мамочка, забери нас отсюда, пожалуйста, мама. Конечно, их-то в попе ковыряются. Ну, конечно, скажи, ну такое вообще. Сразу прибежали. Да. Ну, чё ты? Ну, иди к Триксу, иди. Кстати, Юль. Она не тут? Она, наверное, отошла. Она отошла, походу. Я верю в вас, спасибо. Ай. Да, у меня сейчас с животиком. Я тебе верю. Именно, походу, с кишнёй. С кишнёй. Надо покакать. Ань, это легко решаемый вопрос. Ну, не хочется, не могу выдавить ничего из себя. Слабительное предлагаю. Не знаю, но надо что-то, может быть. Мне кажется, я еще зря кофе попила. Оно раздражает. Помню, мне от кофе было очень плохо один раз. Ну вот, а губ прыгнем и сразу попиздимся. Вот, типа, не ход-спот такой. Туда? А мы прыгаем. Да, готовьтесь сразу пиздиться с нулевой. Ой, бля, живот прихватило, давай. Ань, ну ты сама себе метку поставила, сама упала, мы вообще не туда показывали. А, реально? Да. А, ну похуй, все. Давай, удачи там всех растащить. Блядь, ну как так? Я что-то такая спросила. А мы все вообще в разные. Я еще спросила. Да, я поставила метку, ты говоришь сюда, я подумала, что ты про мою метку, ну типа да, на мою метку. А я свою поставила. Я этого уже не видела. Мне пизда? А. Так, сколько, Верончик? Сюда никто не летит. С нами один, два чела. Да, два чела будет. А где? Я не вижу. Над нами. Метров 50. Надо мной. Над центром локации. Меня много кто? Необходимо. Да что-то не обратила внимания, как будто не особо. Блять, ну уберись.
А как у меня... Ой, все, пизда. На ту сторону падает. Вот это оружие хорошо может помочь мне, кстати. Я что-то не увидела никого, но кто-то был как будто бы, да? Блин, может тачку найти, уехать девчонкам? Пробуй. Ну, вот тут да. Еще хотя бы рестим. Ну да. Аккуратно здесь могут это охрана быть. Блядь. Охрана, блядь. А вы далеко? Да, юмп. С юмпа. А охрана не только на третьем? А я не знаю. Я поэтому, ну... Будем считать, что это машина. Предположение тогда. Я вроде только на третьем встречала. Уезжай, да, я понимаю. Даже забирай одну аптеку. Нужна. А мне есть? А, у тебя есть? У меня просто нету. А, у меня есть, это нормально. Так, машина. Надо вычитать, где чего. Автомобиль. И мы выиграли автомобиль. Поле чудес. Ничего. Может, велик? Тихо. Вишенка, я тебя люблю. Спасибо. Вот здесь как будто бы я тут услышала чела. В ангаре. Да, там двое. В ангаре, да? А, нет. Это не сзади вас стреляют? Это где-то слева. Нет, я не стреляла, нет. Это не ты не стреляла? Нет, нет, это не я, нет. Ух ты, блядь, и восьмятки. Куда, блядь, оно стреляет? Делаем. С глушителем как будто каким-то. Ну такой глухой прям. У меня еще никакого прицела нет. Делаем. Сейчас отбегу подальше. Даш, третий броник забери тут. Так, а как это юзнуть? А у тебя тоже третий? Да-да-да. Охуеть. Поехала нахуй. Ебать. У нас в Тумуане своя игра какая-то просто происходит. Ты на велосипеде. Ну да. По-полям, по-полям. А че? Ну реально, вариантов немного было. Крути педали, пока пизды не дали. Хз, вообще где? Он? Чел передо мной на оранжевый. Вот он стреляет. Не вижу его пока. А, он за домиком был. Он по тебе стрелял где-то? О, бежит, бежит. Нок. На втором? Нет. Не видела. Hello. Hello. Ой, блядь. Это бот. Бот? Бот сюда начинает уползать, когда ему нокают. Мама. Блядь, мне пиздоска. Так, надо набрать всяких разных модов. Значит, сами два бота упали, похуй. Можно не париться. Он не парится по пустякам. Блядь, я хочу доехать, пацаны, не трогайте меня, нахуй! Не, они да. Реально там своя игра на выживание. Блять, я по полям на велике, что ты хочешь? Я к вам еду. Это рядом с нами. Слышите? Да, да, надо. Тут 4x лишний. Не, мне не надо. Лер, прям рядом с тобой? Да, да, да. Ветер в харю, я хуярю. Я на звук иду. Я выстрелил. Тоже. Что там случилось? Вижу чела. Пишут спамить W. Все, я приехала, я уже у вас. На оранжевую ушел чел. Ушел, бля. Там по тебе, а она еще. Вот, скорее всего. Ты убила или нокнула? Нок. Я просто. А, мне просто показывается, как будто убила. Как будто бы нокнула. Еще там где-то ног впереди. О, а что это летит? Челы? Да, да, да. Челы, вот челы, чел челы, да наш. Бегом, шам.
Ебать! Настоящие. Настоящие. Нокнула. Хорош, даже не я буду. Одного из них походу нокнула, мне надо похилиться. Ты доела его. Всех убили? Или Даша своего доела просто? Я своего доела. Понял. Аня, тебя один, да? Да. Аня, это я. В смысле, это и ты? У меня один. Это не ты. А, у тебя прям рядом вот здесь. Я понимаю. Я понимаю. Пизда, как же я хуёво постреляла. Я ещё первый раз его увидела. Я ещё первый раз его увидела, его первый раз не попала по нему, блядь. Второй раз не попала, это пиздец, сори. Сори, я не знала, что ты прям рядом с тобой, чел. Я думала, ты случайно по мне просто выстрелила, у меня пуля над головой полетела. Я причем прицелилась на него, ты говоришь, это я. Я вышла из прицела и поняла, что это не ты. Не-не-не, я сбила тебя. Прям до трупа Ани или где? Не-не-нет, он где-то слева. Он убежал. Как будто отсюда где-то стрелял. Надо дать ему... Вот тут смог. Это кто смог распылил? Вы? Вот, а, вот он, ты вот его он. Видишь. Блядь. Откуда? Блядь! Не знаю, за боксом. Двое там, да? А, ебать. Он только одного едет. О, стреляла два разных оружия. Нокнула его. Не-не, там двое, двое. Что он знает, где я его... На зеленом, на зеленом. А, на крыше, блядь! На моей Боже, крыше? Я убила, 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 все. Ебать, как он пострелял плохо. Так, я возьму... Я а где Аня умерла? Сейчас я поняла, где она умерла. Забора. Надо, подожди, не резко, нам нужно двоих, иначе только одного сможем. Так, шестикс. Аня, а, вот Аня. Чипс могут взять, да? Да, да. Да. Дай мне чипс, я этот чип я резну. А, чипс. Угу. По идее, вы сможете прямо сюда прилететь. Через минуту, правда. Сколько... Я не поняла, как он тут на крыше залез. С кем я играю, там должно быть отмечено в названии. Юля, Лера, Даша. Не знаю, как он залез на крышу, если честно. У нас чел. Юля, блядь. Это вот, прости. Я еще по тебе попала случайно. А я поняла, что это ты. Фу, блядь. Ты... Я просто нашла... Где-то еще есть. Это бот. А, бот. Ну да, да, да. Ой. Я начала по тебе стрелять, а у меня еще каска, блядь. И ты, по нему точно начала стрелять, а ты вышла прицел, и я такая, о! О, у него пятерки есть. А, тебе тоже, да, нужно, видимо? Да, патронов не очень фига много. На тронную агрессию. Начальник злой. Так, можно позабирать с них, а у них нет даже модов никаких для... Мне нужна... Даш, высаживаемся. Да, да, лечу. Я в магаз зайду. Мне тоже надо в магаз. А, так, можете себя лутать, я вас не трогала. А так можно разве самих себя залутать? Конечно, это же такая же коробка. Дефолтный ящик. Да. Мне кто-то говорил, что типа себя нельзя потом залутать, я не помню, с кем я играла. Можно, но это какой-то бред, походу. Так, где мой труп, Лер, ты не подскажешь? Так. Вот не здесь мой. Был, по-моему. Твой вот тут, а твой, Даш, вот здесь это. Кто-то стреляет. Да. Аккуратно, да. Река, да. С горки. Где, Лер, где еще раз, блядь? За забором у тебя был. За каким забором? Блядь, а мой где? На желтый, наверное, Лера поставила, да. Нет? На желтый Даша, вот здесь Даша должна будет. Вот оранжевый тут. Аня. А Аня вот тут. А, или нет, Аня, это противник. Ань, ты на... Оранжевый. Да, ты на желтый, Ань. Нашла себе? Это я, что ли? Аня, может, карту нет, открыть? Нет, нет, Даш, нет, пойдем, 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 пойдем. Нет, я. У меня чел. Я бегу. Вот тут оранжевый. Даш, вот ты. Но это не мое. Не твое? Нет. Убила. Подожди, а где Юля тебя лутала? Где мое оружие? Все. Подожди, Даша же где-то здесь нокнули. Да хуй его знает. Юля, ты не помнишь, где Дашу нокнули?
Не. Все, это все, что у меня было, ёпта. Под прилавком каким-то. Я думала, здесь тебя нахнули. Ну, можешь его залутать? Да у него хуйня. Так, мне брон. Брон. А вот, был. Гаечка, вот ты. Да? Это я? Да. Я тут да. смотрела. Там слева написано предметы, а. Гаечка. Ух, я Аня себя нашла? Да, только мне надо брончик найти. Мне тоже половинчатый брончик. Надену. Я сейчас буду лутать, чтобы продать в магазине всю хуйню и за 700 монет купить себе третий броник новый. Машина едет. Машина. Дай бог с ним снайпер везет. Блять, у меня... Подарки. Мимо проехал. А, понятно. Никитос? Он мимо проехал. Или так. Кто? Надо да, прикиньте, это не Никитос. Трое там. А, ёптать. Уехали. Угу. С концами. Они меня видели, но почему-то не стреляли. Они, наверное, на этих кемпах. Оранжевый. Я надеюсь, хватит денег. Вот тут монетки еще 75. А что ты хочешь? А я... Ну, можно понабрать моды, да, и продать их в магазине. И потом... Блиц. Купить себе броник третий. Блять, мне все равно не хватает 90 монет. Давай вес там можно же, не? Да, вот я их и продаю. А. О, все, нашла. Я тут пособирала по всей карте обвес и продала их. Все равно. Теперь хватило. Все, хватило, да. Половый броник. Отлично. У меня еще. О, нет. Граната зона. Есть смысл чат второй искать? Или с таким оставаться? Ой, стреляются где-то. А сколько у тебя процентов? Так, 24. Надо новый брать. Ну, надо брать, да, этот. Менять, короче. Мне какой-то прошлый говорил, вот здесь они, если что, есть жилеты два. Мне прошлый говорил, что типа надо менять. Mm. А сколько у тебя монет? У меня ноль. Mm. Еще едут. О, их принимают. Те кенты, которые на машине были? Угу. Вопрос, откуда их принимают, я не поняла. Начало уехали. Я не поняла. Ой. Ну, а что это у нас? За ящичек такой интересный. Хочу передать привет своей девочке Оле, чтобы она не обижалась. Олечка, не обижайся на нее. Вот тут машина. Почелы. Тише, тише, тише. Голову попали. Ёпта, нихуя. О, Айр возле нас выпал, охуеть. Да, да. Опа. А где возле нас? Ух ты, блядь, чуть не убила. Здесь возит. Вижу чела. А я не вижу, по мне справа. А, с горки оттуда. Ах ты, сучка, ебучка. На оранжевой метке двое. Угу. Угу. Мне больно сейчас сделали, Лер, на метке на этой. Ох. Mm-hmm. Надо новую каску. Красная. Да, я не знаю, как туда подобраться. Спасибо за рейд. Thank you. Юлёк, so вот здесь каска, я забери. Вижу, у меня есть уже. А, всё. Блять, чуть запретку не сказала, ебать, я расслабилась. Блять, это далеко. Лер, ты меня заразила. Это вот эти, по которым мы сейчас стреляли. Оранжевая. Да-да-да, там на горе. Попало ему. А вон торчит эта башка. Блять, попал по мне. Дала метку за камнем. Да как, блядь, по тебе попасть, сучка? Ну где ты там? Я вообще не попадаю. Через стрелку надо поставить 200 метров где-то. Я 200 поставила, попадаю. Да, я помню, как поставила. А как это поставить? А вот, я на вспомнила, пейджап. Как. Как? Пейджап? Пейджап. А, ребят. Но он мансует, я не могу по нему попасть. В пизду.
А, у меня нет попала. Патроны на СЛР закончили. Илёк, залутал дроп? Да, там гроза не стала брать. Да, хуйня. Ой, они с кем-то с другими, что ли, стреляются? Ой. Ты будешь выходить или ты просто... Я тебя жду, чтобы тебя выпустить. А я тебя специально осталась, чтобы пошла. О, откуда мне там? Что? Залез. А, ног. Хорош. На оранжевый заборчиком. Они откуда-то пришли. Там еще. Еще, прям там же. Справа у нас. Ног. Хае дала в ангар. Блять, не попала. Подходите. Ебать. В ангаре резает, походу. Я туда молик даю аккуратно. Блять, у меня просто... Почему у меня прицел не берется? Не вы... Ты горишь? Ёб твою мать. Я же говорю, молик кидай, не заходи туда, Аня. Я, чтоб ты понимала, захожу к нему в спину, нажимаю, блять, прицел, а у меня прицел не работает. Просто у меня не входит в прицел, чел. Такое тоже бывает. Пиздец! Как будто... Что это, Даш? Это я ФАМАС проверяла. А. Просто у него сильная дача, так что аккуратно. Ой, нихуя, Юлёк, ты в этом. Да, в цветочках. В цветочках реально. О, тут С4 есть. Взрывай. Я Уксия возьму туда. Заберите ФАМАС, если кому-то нужно. Я возьму ФАМАС туда. Так, зона уже идет. Сейчас я последний раз чек начала с горы и... Пойдем в зону сами. Ты просто пизда была. Пать у меня сгорела с этого. Я еще такая захожу, да? Думаю, сейчас убью его. У меня просто типа, ну, чел в прицел не входит. И я от бедра начала, да, стрелять? Не входит. Просто, да, знаешь, типа куда-то в разнобой. Так. Шприц. Ать! На горе я больше никого не видел. А, с горы стрельнул. Да? Причем с двух сторон. Разные. Но мы все еще в зоне. Ебать, они, кстати, подкрались к нам незаметно, если честно. Да. Я тут сакура, ничего не видно, ничего. О, вон там чел. На оранжевой есть далеко. Да, вот я, по-моему, его поставила. Это все те же, с которыми мы готовы? Да. Они право крутят, потому что у них зоны нет. Да, они вот уже на оранжевый, на следующий. Вот. А, зона есть у них. Да, их кушает. Попало ему. Попал. Парашют вижу. Открыл. Вот здесь уже на оранжевый. За зоной. А второй где? Ебать. Ой. Я вообще их не вижу. Да, сейчас на оранжевый прям. Они в этом, в ХГ. А вон тачка. Едут на машине. Угу. Заехали просто поближе, чтобы, видимо, отхилиться. Ладно, пошлите вы тоже в зону. Пошлите. Подожди, это с оранжевой уехали, да? Да. Понял. О, третий рюкзак, шприц. Бля, я себе знала, что есть третий рюкзак, и сразу сюда прибежала. Подам? Да. Ну, это похуй. Идите откуда именно? Оттуда же. Оттуда. Оттуда, скорее всего. Могу их прям с желтой. Ой, Юлёк, мы так не можем пикаться. Сейчас подождем. Попал кто-то. Ты попала, по-моему. Я их вообще... А, вижу. Тут головы у них торчат. Еще кто-то попал, хорош. Я, наверное. Ладно, возможно. Я вообще не могу слышать. Блять, как он заебал мансить меня, просто сын говна. Левее. Попал ему в голову. Пиздец. Ой, у меня, блять, семерок нет. Подождите. Я не увидела, что у меня 16 штук всего. Ай-яй-яй-яй-яй. Блять, еще пристрелку надо убирать. Как ее, блять? Ну, можешь убрать, конечно. Но мне просто с ней легче стрелять. Он просто туда-сюда бегает, ёпты. Угу. А они в зоне там вообще? По-моему, нет. Сзади нас еще будут. Нет, они не в зоне. Мотоцикл едет. А вон там. А нет, это они. Тачка. Я к этой балке подбегаю. По мне. Они стали.
Я не вижу. Кем, по-моему, сейчас стреляет, слышишь? Так, погоди-ка. Откуда попало по мне? Близко было. Ебать, там перестрелка. Чё завели? Вторая машина едет. Убила. Они резались, пытались резнуться в смоках, я убила человека. Ага. Я подхожу под камень. Я под камень стала другой. Там в смоке есть, да, кто-то? Я убила там в смоке. Mm. Так, я вижу чело на оранжевый. В смоку вот тут. Ау. Да, вот я говорю, в смоку как будто. Оранжевые двое. Им всем к нам идти, так что не надо. Блок в смоках. Да, вышли прям. Убила. Задоела. Да, уедоела, да. Да. Так. То есть тут камень у меня в зоне будет? Сейчас скажу, где. Вот, оранжевая. Очень больно было, в голову попал. Сука, как это? Я в зоне. Не-не-не, не надо было, Дашунь, под меня подходить. Тебе надо обратно вернуться к Ане. Давай я тут буду сейчас отыгрывать, поэтому этот... Ох, бля, это откуда? Вижу. Справа, это справа откуда-то. Попала. Я ничего не вижу отсюда. А, это... Вот это там смоке чел оранжевый. Не вижу. Я не докину туда. Еще где-то стреляет вон там. Да, за камнем. Вообще не вижу. На оранжевый. Ой, на этот. На желтый. На желтый, да. Да, плохой камень, а по две позиции открытой. Там коряк. Или... А, вот за дерево. Так, сейчас будут выжимать. Да, да. С двумя попаданиями за желтым камнем вдалеке там. За желтым? За зоной вот здесь, чел. За оранжевым, наверное. А, вон там. Убила одного. Помощь дали. Ох, там бля, еще. Посмотрите на мою хп, у меня третью каску взломали. Мама, ну как так? Лер, ну я к тебе, у меня варианта тут нет. Кушать меня. Подожди, а где-то здесь под нами, перед нами еще. Нокнула его? Я не вижу. Я тоже не вижу. Убила. Хорош. Мы четыре в два. У меня. Это у тебя? Убегу. Это от тебя была граната сейчас? Убила. Еще так, один. Все. Это я гранату кидала, да. Я подумала, чел еще за зоной. А может быть где-нибудь вот с той стороны, откуда мы ушли? А где еще у тебя, ты сказала? Нет, может, нет, может. Это и был тот, который у меня. Как будто где-то вот тут вот будет. Нет? Есть такой вайпс. Да, там за камнем, может, но вряд ли. Вот тут. На дерево. Найс. Хорош, девочки, все грязную работу сделали. Победа, победа. Так, внезапный танец. Ой, я пойду к Ане просто подключусь к танцу. Хорошая сейчас была. Нас еще резнули. Да, она. Нахуй я этот Драгунов беру, я с него кэш попадаю, а я тоже но... с Драгунова играла. Тяжело. Он пиздец, он так раскачивает его. Ага. Прыгает, у тебя просто вух вверх, блядь, влетает. Ну, кто в нас верил, кто поставил на топ-1? Лёш сегодня вернется, у него расследование всю ночь. И там Шерлок. 14 киллов настреляла. Да вообще, я не успевала переводиться, там уже все, разнос. Ну, по ботам, Юлёк, ну чё ты, чё? Да, Юлёк. Шучу, да это боты, все, вы никого не убить не можете. Вумен. У меня 0 киллов, блядь. Найс. Ой, у меня 100 урона, найс. У меня 80. У Юли 1500. Пиздец. И Юля как будто вообще сейчас в своем этом прайме. У меня в киллфиде вырубил вишенка, используя коктейль Молотова. Нормально. Сорян. Че, мы все? А, если что, походу, последний был бот. Что, реально? Да, последний. Бля, и предпоследний, кого я убила, тоже. Нет, предпоследний же стрелял, в смысле? Ну, я не могу нажать на его профиль, а вот
А этого могу. В статистике там можно понять, кто бот, кто нет. Если у него профиль не открывается в киллфиде твоем, то это бот. У меня у всех открывается. Да, вот у меня. Ой, я такого с таким ником убила чела. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Осудительный типа. Угу. Ладно, девчонки, спасибо, что пришли. Пошла я пукать в прямом смысле этого слова. Давай. Блин, а сколько мне интересно нужно, чтобы улучшить? А, у меня не хватает этих полимеров, разбирать особо нечего. Я пукнула.